Спасибо большое. Олег Сергеевич, бывают, наверное, дни из категории «не наш день, не ваш день». Вот его сегодня можно отнести? Я не думаю, надо просто моменты были, надо было забивать. У нас, наверное, выходов 5-2-1 было, один мы использовали, надо было из этого выжимать больше. Как раз таки про моменты, тот же Каменев имел несколько таких, мне кажется, 100% моментов. С чем связано такое отсутствие действия, да, завершение, вернее? Отсутствие действия, надо завершать, действительно, надо моменты, которые есть, тут не то, что отсутствие, надо быть хладнокровнее и доводить моменты до голов. Про большинство спрошу. Понятно, что когда играешь минимум за матч там в большинстве, но вот там передача на синюю, а там никого нет. То есть забывается, стирается или что? Как так происходит? Не думаю. Мы, в принципе, работали. У нас было несколько полноценных тренировок для большинства, но сегодня не сработало. Может, вывод такой сделать, что все-таки лучше быть в игровом тонусе без таких длинных пауз? Наверное, да. Спасибо, удачи.